Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт романс» на стихи замечательной поэтессы Надежды Корни. Композиция называется «Цвела весна и пахла миндалем». Музыка исполнения Самвела Абрамовича из цикла «Ожившая поэзия». Как жаль, как жаль, любовь угасла. Ну что же мы с тобой не сберегли те чувства юные волшебным нежным хрусталем. Какая сказка, радость, счастье. Какая сказка, радость, счастье. Весна цвела, весна цвела и пахла миндалем. Душа летала, душа летала и парила, как будто бы одна, как будто бы одна, но на двоих. Так давно, ах, так давно все это было. Годы бабочки мгновенья потухли искры пламенной любви. Отправились минуты все в забвенье. Ну что ж с тобой? Что ж с тобой, мы чувства не сберегли. Отправились минуты все в забвенье. Ну что ж с тобой, мы чувства не сберегли. Спасибо за внимание. С вами был Самвел Абрамович, музыкальная композиция «Экспромт романс», «Цвела весна и пахла миндалем». Стихи Надежды Корни.